Славянка приступила к пошиву очередной крупной партии защитных костюмов для белорусских медиков. Заказ 40 тысяч единиц. За смену специалисты производят порядка 2 тысяч. Эти изделия пополнят резервный фонд учреждений здравоохранения. Поступил срочный заказ от Белмедтехники на производство вот комбинезонов биологической защиты. Мы их начали уже производить и надеемся, что 31 числа, последний день поставки, мы полностью выполним и поставим этот заказ. Только областная медтехника за год приобрела 132 тысячи таких комбинезонов. К пошиву средств индивидуальной защиты фабрика приступила практически с самого начала пандемии. Спецодежду по достоинству оценил медперсонал. Она универсальна, надежна, гипоаллергенна и проста в эксплуатации, легко поддается стерилизации. На один костюм уходит всего 15 минут. Шьют его из пандвонда. Размерный ряд от 42 до 62. Предприятие производит также маски. С начала года выпущено около 2 миллионов штук. Продукция востребована на внутреннем рынке, однако есть и зарубежные заказы. По реализации средств индивидуальной защиты швейная фабрика на постоянной основе сотрудничает с 50 организациями. В период пандемии мы как бы помогаем нашим медикам, поэтому выпускаем такую продукцию. Мой поток, который выпускает такую продукцию, из 18 человек в смену может пошить 570 комбинезонов. «Славянка» – одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси. Его производственная мощность – до 600 тысяч единиц готовых изделий в год. От практичной школьной формы до элегантных пальто. Фабрика сотрудничает с модными фирмами Финляндии, Великобритании, Франции и России. К слову, на днях она стала призером премии потребительского признания «Народная марка». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.